Мощный взрыв произошел во Владикавказе. Взорвалось помещение, в котором находится продуктовый супермаркет «Магнит» и магазин бытовой химии «Магнит Косметик». Об этом сообщается в группе ЧП «Владикавказ» в социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно, что здание оказалось уничтоженным в результате инцидента. На месте помещения остались лишь обломки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Выясняется информация о пострадавших и погибших в результате ЧП.